Ой-ой-ой, кисонька, что ж ты с нами делаешь-то, ну? Смотри, уже готов букет. Уже можно даже не собирать. Друзья, ну вы меня просили все. Лавандовая роза. Так, это такая пионовидная роза. Пионовидная роза. Две ветки будут Алисы. Две ветки Алисы. Гипсофил. Гипсофил. Одна веточка хризантемы. Одна веточка хризантемы. Веточка эрингиума. Веточка эрингиума. Хамелациум и эвкалипт. Хамелациум и эвкалипт. Хотим сделать вот что-то зимнее. И мне, как обычно, звонит телефон. Давайте посмотрим, кто это. Любимый сын Серафим. Извините. Алло. Можно мне поиграть последний раз? Давай, Серафимка, работай. Пока. Извините, друзья, за небольшое отступление. Давай, кисонька, работаем. Ну, еще тема данного ролика, это, конечно же, как сделать букет объемней с помощью стафажной зелени. Стафажная зелень, кисонька, ну давай уже ты рассказывай далее. Смотри, вот в данном случае фисташка, она как делает каркас, она как делает объем. Вот благодаря фисташке цветы не соприкасаются плотно друг к другу, и букеты за счет этого более воздушные, как говорят, вот в букете есть воздух. Вот, фисташка в данном случае не должна быть видна, ее пониже располагаем, вот где мы держим руку. Угу. Вот ниже бутона. Угу. Запомнил? Запомнил, я же буду потом повторять все это. Может быть не сегодня, а может быть и сегодня, да, кисонька? Посмотрим, как будем успевать. Хорошо. Обрываем все листики на месте сбора. Я уже это знаю. И перекладываем фисташкой, как я понимаю, да, кисонька? Угу. Рассказывай, рассказывай, потому что я же не могу все время молчать. А я просто, видишь, у меня привычка, когда делаю, я молчу. Я молча работаю. Ну, если мы будем вдвоем молчать, то кто нас будет смотреть? Смотри, вот. Мы располагаем так вот. Фисташка у нас внизу. Соответственно, видите, розы, они не соприкасаются друг с другом, и букет уже более воздушный. То есть, если собрать 3 розы, 5 роз вот таких вместе, то это будет очень плотно. А так, здесь воздух. И по спиральке ты делаешь, да? Конечно. Я напоминаю, что это мои теоретические занятия сейчас проходят. Я пытаюсь обучиться флористике с помощью моей супруги Ирины Федоровны. Она не любит, когда ее так называют. Я сейчас вкушаю. Угу, угу. И поэтому мне нужно внимательно следить. Я сохраняю все это на ютубчике, чтобы потом пересматривать и не дергать ее. Да, кисонька? Угу. Поэтому мне нужно следить за тобой очень внимательно. Что еще ты можешь нам рассказать, кисонька? Когда работаешь с стафажной зеленью, с большой фисташкой, то вместе сбора намного будет плотнее и больше стеблей. Тяжелее держать, конечно. Угу. Тяжело связать. А фисташка вообще не должна выглядывать, я так понимаю, да? Ну, видишь, я тоже использую фисташку в качестве декора, но только если она красивая. Ну, в данном случае, если она уместна, в данном случае для меня она неуместна. Мне не хочется зелени. Поэтому я добавляю ее больше как вовнутрь для объема. Ты уже видишь в голове у себя, да? Держишь картинку этого букета? Да, всегда, когда я делаю букет, я примерно держу картинку. Я уже, ты же видела, когда собрала примерно цветы, я уже видела картинку. У меня уже понятна была картинка. Ты же видела, когда я собрала и показала тебе. А когда мы будем проходить композиции? А что сложнее делать, композицию или букет? Творческие, ну, кайфуешь, вот эта губка, вот это все. Ну, не знаю, мне веселее, интереснее. Ну, вообще, каждому свое.
Друзья, если есть флористы, подскажите, что делать вам интереснее, композиции или букеты? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Очень интересно узнать. Да, ну я вряд ли повторю такой букет, Ксенька. Мне бы что-нибудь попроще. Нет, так я тебе показывала просто на данный момент роль стафажной зелени в букете, понимаешь? Но у нас нету такой цели, чтобы ты повторил букет. Можешь говорить погромче, потому чтобы что микрофонов букет. У нас нет. Мы будем с тобой просто на обычных цветах, там, тренироваться. Там не нужна. Мне нужен повтор. Глупенький. Что-то вырисовывается. У нас еще одна розочка. Нравится мне такое сочетание цветов. Нравится? Конечно, тут же твой любимчик рингиум. Зимний больше в холодных оттенках, да? Mm-hmm. У меня там в ленте в основном все теплые оттенки, мне сейчас захотелось просто добавить холодных оттенков, добавить лаванду. Можно на выписку для мальчика, если что. Кстати, классная идея. Вот куда смотрит, если что, Кисенька. Все время в зеркало. Привет. Привычка. Чтобы был виден объем букета, да? Форма букета. Не объем, а форма. Как цветы расположены. Может, а когда ты работала не на себя, там тоже зеркало было? Да, и вообще везде есть зеркало? Ты знаешь, у каждого по-своему, у многих цветочных нету. Я как-то, меня попросили помочь свадебный сделать, и там женщина на меня так смотрела, мол, что ты тут пришла, командуешь, я тут 15 или сколько она там лет по флористике, я такая профи, я могу и без зеркала. Ну, кто-то без зеркала, окей, без проблем, но я привыкла к зеркалу, тут кому как комфортно, понимаешь? Ну вот. Mm-hmm. Так, ну, уже понятно, видно, в принципе, как ты его собирала. Сейчас. Видишь, фисташки вообще не видно, но благодаря фисташке есть вот этот вот воздушность вот эта, правда? Угу. Ну, он объемненький такой. Так бы букет был бы очень плотным, там мы на фисташку пару веточек фисташки взяли, но зато, чтобы нам такой объем получить без фисташки, нам надо было больше цветов, а это дороже. Я понял. Очень красиво. Друзья, мы его будем сегодня и упаковывать, но упаковку, чтобы видео не было длинным, пока не будем показывать. Если интересна упаковка, напишите, пожалуйста, я выложу тоже на днях и упаковку этого букета. Серый, ты спрашиваешь по поводу упаковки. Вот для меня, допустим, упаковка, это как, знаешь, вот букет, да, без упаковки, это как голая красивая девушка, но она голая, ее нужно одеть. Ее можно одеть так-сяк, знаешь, безвкусно, и будут прохожие идти, и потом, ну, какая безвкусица. А можно сделать более стильно, красиво, и девушку красиво вот показать, как она красиво умеет одеваться, какая она грациозна. То же самое с букетом. То есть можно упаковкой очень сильно испортить букет, даже красивый. Так вот, друзья. Хотя... Есть одно но. Тут, конечно, поправиться можно. Голая девушка не пойдет на улицу голая. А букет можно подарить и без упаковки. Но... Ну, понятно, понятно. Уже. Кисенька, молодец. Вот ты разговорилась. Вот это мне нравится. Ты же упаковка у меня.